Плохо ты не считаешь ставки порочным делом? Нет. Плохо это, когда ты не умеешь контролировать себя. Это было фамильное кольцо дедушки, я его заложил и, к сожалению, не смогу купить. Я тебе никогда не смогу отучить играть, вылечить от этой игры. От этого нельзя, говорит, вылечить. Полностью признайся, говорит, они тебя выпустят. Говорит, ты дурак, говорит, не возвращайся сюда никогда. Помнишь, комментарии писали о том, что вот, все разрушится, он тогда пойдет снова играть. Это так и случилось, люди были правы. Я сорвался. Я на самом деле проигрывал опять те же суммы, тот же заработок. Если раньше у меня был заработок, я проиграл, знаю, что завтра заработаю и так далее. Я там без работы, без ничего, знаю, что меня там дома ждут, накормят. Я остался без дома, без любимого человека, без работы, без друзей.